профилактика тяжких, особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, в том числе в сфере семейно-бытовых отношений, является одним из приоритетных направлений служебной деятельности органов внутренних дел. За 7 месяцев текущего года на территории города Лида Илийского района зарегистрировано 6 тяжких, особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, одно из которых совершено в сфере семейно-бытовых отношений. Большинство преступлений в уже указанной категории совершены в состоянии алкогольного опьянения, что не может не вызывать озабоченность как среди сотрудников органов внутренних дел, так и среди иных объектов профилактики правонарушений. В ОВД Лидского райисполкома за истекший период поступило более 300 сообщений о семейно-бытовых конфликтах. За истекший период в отношении 22 граждан были вынесены защитные предписания в соответствии с законом Республики Беларусь об основах деятельности по профилактике правонарушений с последующим покиданием места жительства, где проживает пострадавшая, сроком на 30 суток. Для лиц, пострадавших от домашнего насилия на территории города Лидзе и Лидского района, работает кризисная комната, куда граждане могут обратиться с просьбой о помещении в соответствующую комнату. Сотрудниками РЛСОН оказывается квалифицированная помощь гражданам, пострадавшим от домашнего насилия. За данной помощью граждане могут обратиться в милицию по номеру 102, а также непосредственно в Центр социального обслуживания населения.